Итак, три локтя. У меня, я так понимаю, даже будет больше, потому что, видите, я до самых кончиков пальца делаю. Раз, два, три. Короче, три это вообще вот здесь вот, но если я, получается, вот это все съем, то это будет перевыполнение. Так что давайте прям так и начнем. Стоп, время-то считается. А, время, да. Секай. Подожди. Ой, что ж такое-то опять? Так. Ты готов? Раз, два, поехали. У него сразу там выходит, просто люди. Макс, не смеши. Кирилл только правда посмотрел. Правда, что ли? Блин, кстати, уже 20 секунд прошло. Офигеть, слушайте, а это не так легко. Да, конечно, не легко. О, спасибо, Кирилл. Там вообще сухо, а что, вообще просто. Ну так, конечно. Блин, мне кажется, это не самое лучшее занятие, есть только маг. Не вовремя кто-то тебе звонит. Но надо отвечать. Да? Добрый вкусно. Она со вкусом туалетной бумаги? Дерьмо вообще. Это как принтер. Кирилл, подтягивай мне вторую. Вот такой она комок вращается. Блин, а что здесь комок не поворотил? Не поверите, звонили с Первого канала. Сюжет про человека, у которого нет кишечника. Нет, ну просто у нас в пятницу на Первом канале про нас с Костей... Ты меня снимаешь тоже? Да, да. И с Саней Маратаевым был сюжет, где рассказывали о видеоблогинге, а вообще чем кто занимается, какие успешные люди. Вот, и, собственно, сказали, что все хорошо. А у нас на Втором канале будет это видео? На Втором канале, если Первый канал не будет против, то на Втором канале будет видео. Вот. А вот это видео будет целиком точно. В смысле? Все. Ты уже все? Да. А вот, кстати. Тут даже, не знаю, порезано было или не порезано, но в любом случае, если что, на Втором канале нашем точно выйдет Костина поедание этого всего своих трех локтей. Вот. Последний кусочек остался. Танк. Желтенький такой. Ты реально все схавал? Все, ну я бы как бы не хавал, я глотал и все тупо. Прям вот кусками большими. Ну ты на 3 минуты его опередил. Все, выполнили. Что самое главное, перевыполнили, потому что там больше было где-то на полтора локтя.